каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится. Привет, вы на канале Кнопочка Вика. Рада вас видеть в моей комнате. Я живу в чудесном городе Брянске. И хочу вам показать мою комнату. Здесь я попала свои игрушки. Вон мои книжки. Ну, покажи, какие это книжки. Вот такие вот книжки. Там есть по монстрам всяких, по животных. Вот мои буквы. Я там учу буквы писать, и иногда могу как. А вот моя карта. Я здесь изучаю весь наш мир. Вот мои плюшевые игрушки, мой дом и мои сероупсы, коробки, там лежат все мои кинты. Покажи свои кинты. Где живут мои киндалы? Ну-ка, покажи их. Можешь показать нам? Ладно. Вот сколько у меня киндалов. Я за вами наблюдаю. Вот это мой стол, мой компьютер. Я люблю здесь смотреть классные ролики. Тут есть игры. Сейчас покажу, какие. Так. Вот такие вот игры пони тут есть. Я люблю их играть. Мне они очень нравятся. Это мой панда. Я его сама делала. Он мне очень нравится. Вот мой кактус. У меня его принесла первая зубная фея, когда у меня выпал первый зуб. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок. Я за вами наблюдаю. Скажи, а сколько тебе лет, Викусь? 5. А почему ты решила создать свой канал? Ну, просто, чтоб мне не было скучно, чтоб я когда-то смотрела ролики мои. Скажи, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Врачом. Каким врачом? Который будет ездить в животике и помогать деткам родиться. О, какая интересная профессия. А чем ты любишь заниматься? Я люблю делать куклы, прическу, играть с куклами и смотреть мультики. Здорово. А о чем будут твои видеоролики? Что ты в них будешь показывать? Ну-ка, как я занимаюсь, как я буду гулять, играю с игрушками, на компьютере играю. Как я еще буду готовить, ну, еще полно интересов. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами. А иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из... Ну вот, пожалуй, и все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Кнопочка Вика. Всем пока, до новых встреч!